В интернете появилась петиция, в которой брачане требуют отставки мэра города Константина Климова. С сегодняшнего дня любой брачанин может поставить под петицией свою подпись. В петиции сказано, что за 3 года мэрства Климову ничего не удалось сделать. Все это время он щедро раздавал обещания. Много говорил, но ничего не делал. Главные проблемы города – экология, проблемы в системе здравоохранения, образования, ЖКХ и многих других не решаются. Константин Климов получает огромную зарплату из бюджета и тащит Братск в пропасть. Также в петиции за отставку Климова содержится информация о фактах коррупции и кумовства, которые могут быть связаны с мэрской деятельностью Климова. В частности, речь идет о том, что на руководящих должностях в целом ряде муниципальных предприятий оказались родственники и близкие друзья Константина Климова. В ходе проверок выявлены десятки грубейших нарушений в расходовании денежных средств. Также авторы петиции уверены, такого бездарного, бесполезного мэра у Братска еще не было.